Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня будет у нас очень долгожданная распаковка. Мы распакуем аж целых 3 палетки от бренда Pat Magret. Это очень долгожданная мною распаковка, у меня уже руки чешутся все это дело наконец-то вскрыть. Я смотрю на эти коробки и прямо-таки исхожу слюной, поэтому наконец-то мы их откроем. 2 палетки пришли вот в такой коробочке, 3-я пришла совсем другим способом, о нем я расскажу чуть-чуть попозже. И также в конце видео я вам покажу вот такую вот посылку от бренда Juvignon. Вы, наверное, уже слышали то, что блогер Елена864 вместе с этим брендом выпустила свою косметику, свою помаду и миндальный пилинг. Именно они-то ко мне здесь и пришли, на них мы сегодня посмотрим. Так что, если это видео вам интересно, то не переключайтесь, заваривайте чай, кофе, берите вкусняшечку и поехали! И пока я раскрываю вот эту вот посылку с 2 большими палетками, я напомню то, что на моем канале уже есть видео-обзор палетки от Pat Magret Divine Rose 2, оставлю обязательно ссылочку, и также совсем недавно мы делали распаковку палетки Midnight Sun. Вообще, я не собиралась покупать эти 2 палетки, но так вышло то, что были очень хорошие скидки на сайте у Pat, а я об этих 2 палетках очень давно мечтала, и я просто прикинула то, что цена была на них очень хорошая, плюс была бесплатная доставка вместо 1500 обычных, и я решила то, что такое выгодное предложение нельзя пропускать, и скорее всего эти 2 палетки дешевле я не куплю, просто нигде. Вот они, 2 мои красавицы, приехали, я очень-очень давно хотела эти 2 палетки, я о них прямо-таки мечтала, так что сегодня сбылась мечта тени маньяка. И ближайшие 2 недели я все еще не могу краситься, я все еще не вылечила конъюнктивит, поэтому сейчас мы на них сможем только полюбоваться, и только через несколько недель я смогу начать реальное тестирование. Как вы могли уже догадаться, первая палетка это Subliminal, палетка в холодной гамме с очень интересным дуохромом, который похож на Tom Ford Pretty Baby. И вторая палетка это яркая, очень яркая палетка под названием Subversive. Вот эта палетка Subversive приехала уже с поврежденной упаковкой. Вот здесь можно заметить то, что картонка порвалась. Кстати, у Midnight Sun буквально на первом использовании тоже коробка вот здесь вот повредилась и начала рваться. Теперь давайте потихонечку открывать палетки и смотреть на их сводчи. Первую палетку давайте откроем вот такую вот Subliminal. Она, как всегда, идет с завязочками, и хоть бы там все было хорошо, хоть бы ничего не было битое. Да ну что ж такое-то? Здесь тоже коробка уже начала рваться. Ну камон, Pat, что такое? Причем в Divine Rose 2 коробка идеально хорошая, она не повредилась, при том, что я использовала ее, наверное, 2 или 3 недели каждый день. Здесь же палетки ко мне только-только приехали, я их еще не успела даже открыть, а они уже порванные. Ну камон. И та-да-да-да-дам. Какая красота, боже мой. Как вы видите, палетка очень холодная, но при этом у нее интересная гамма. Мне нравится этот яркий синий оттенок, хоть я и не часто использую такие, но как настоящему бьюти-маньяку мне хочется иметь подобного рода оттенок у себя в коллекции. Также я, конечно же, очень хотела посмотреть на вот этот вот дуохром, который, по идее, очень похож на дуохром в Tom Ford Pretty Baby. Давайте сделаем сводчи. Вот они, сводчи из этой палетки, и пока что, честно говоря, мне все безумно нравится. Если вы смотрели мою распаковку Midnight Sun, то вы уже слышали то, что на самом деле многие оттенки меня там не порадовали, в частности Special Shade. Special Shade там были достаточно рыхленькие и сухие, они плоховато, честно говоря, набирались и уж тем более плоховато передавались на сводчах. Здесь же такой проблемы нет, при том, что Subliminal так-то вышла вообще самый первый, а Midnight Sun это, по-моему, 4-я или 5-я палетка, то есть там формулы должны быть лучше. Но я предполагаю то, что изначальные формулы здесь были хуже, просто Pat их со временем доработала. Пока что, на самом деле, я очень довольна, мне понравились Special Shade, это вот
эти 4 оттенка, желтый, дуохром, белый и синий. Набирались они очень хорошо, они не были рыхлыми, они не разлетались на маленькие крошечки в палетке, они очень легко, как маслицы, наносились, и здесь на руке даже нету никаких ни осыпашечек, ни залипших частичек, которые нужно смахнуть или сдуть. Пока что все нанеслось очень хорошо, и при этом есть очень-очень красивый блеск, вот посмотрите. На мой взгляд, очень и очень классная формула. Единственный Special Shade, который мне пока что меньше всего понравился, это вот этот вот синий. Потому что он выглядит, честно говоря, не как Special Shade, он выглядит как обычный шиммер, у него нету этого блеска, этого миллиона искорок, которые есть в формуле Special Shade у всех остальных оттенков Pat Magrette. Вот даже если вы посмотрите на желтый, на дуохром и на светлый, то вы видите, как они переливаются, как они зеркалят. У синего оттенка такого нету, как вы можете видеть. Но должна заметить уже в который раз, что меня действительно сильно порадовало, так это не Special Shade, а обычные шиммеры. Вот посмотрите на вот этот красивейший фиолетовый такой, немного баклажановый серый оттенок, серо-фиолетовый. Именно он очень красивый, у него есть маленькие-маленькие блесточки, и смотрится он безумно-безумно благородно. Кстати, он тоже очень похож на Tom Ford палетку Pretty Baby на фиолетовый оттенок оттуда. Я думаю, когда я буду делать обзор этой палетки, что будет, к сожалению, не скоро, я обязательно сделаю сравнение этих двух палеток, потому что это вопрос, прямо-таки скажем, насущный. В общем, подводя итоги по палетке Subliminal, пока что мне все очень-очень нравится, мне понравилась формула практически каждого оттенка, мне понравилось то, как они сводчатся, как они наносятся, как они выглядят. Единственное, что меня пока что не порадовало, это опять-таки синий оттенок, который может стать проблемным, и также коробка, которая изначально была порвана. Все остальное пока что просто сногсшибательно. Теперь давайте открывать палетку Subversive. Я на самом деле долго думала, когда приобретала Midnight Sun, приобретать Subversive или Midnight Sun. Сначала мой взор пал исключительно на Midnight Sun, но когда я стала смотреть обзоры, например, у Айсы или у Марии Вебер, то я все-таки призадумалась и поняла, что Subversive вообще-то я тоже очень хочу. Эта палетка нарядная, эта палетка яркая, она не для повседневных макияжей, но, как мне кажется, она содержит в себе очень уникальные и интересные оттенки. Вот она, очень-очень она красивая, очень интересная, боже мой, какая это красота. Я думаю, вы и сами уже видите то, что гамма очень неоднозначная, очень яркая. Эту гамму даже описывают как некий гранж, и я скорее с этим согласна, потому что оттенки достаточно темные, и они не будут какой-то нежнятинкой, это скорее очень яркие украшалочки, которые созданы на темной базе, то есть что-то светлое, что-то невинное, повседневное вы здесь точно не сделаете. Эти оттенки практически все, за исключением, как мне кажется, буквально двух, это темные оттенки, которые потребуют создания вечерних макияжей, прорисовки обязательно слизистой, возможно, каких-то дополнительных ресниц. Я, конечно же, ресницы дополнительно не клею, потому что я терпеть не могу все эти накладные ресницы, честно говоря. И, на мой взгляд, когда блогеры в своих обзорах клеят постоянно ресницы, мне кажется, то, что они вводят в заблуждение своих зрителей, потому что, когда ты потом сам приобретаешь эти палетки, когда ты красишься ими, то у тебя получается все время не такой результат, не такой выразительный, не такой красивый. Постоянно создается ощущение, что что-то не то. А не то — это как раз-таки отсутствие тех самых огромных ресниц. И в итоге получается то, что у вас совершенно не те ожидания реальности, которые должны быть. Поэтому я сама предпочитаю не клеить ресницы в большинстве своих обзоров. Надеюсь, вы оценили мой порыв честности и открытости со своими зрителями. Ладно, давайте возвращаться к нашей палетке, а то я заговорилась, как всегда. Здесь меня привлекало очень много оттенков, на самом деле. В первую очередь вот этот вот сине-фиолетовый дуохром. Это действительно дуохром. Вот смотрите, вот здесь сиреневый оттенок, вот так синий, сиреневый,
синий. Очень интересно, очень красиво. Во вторую очередь меня, конечно же, интересовал вот этот вот оттенок. Этот оттенок — это что-то среднее между золотом и немного зеленой такой античной оливой. Также здесь у нас есть еще один дохром. Это вот этот вот оттенок. На него смотришь под одним углом, он рыженький. Под другим углом он розовенький. Рыжий, розовый. Тоже очень интересный, очень красивый оттенок. И, конечно же, на него будет интересно посмотреть свотчах. Ну и последний оттенок, который меня интересовал, это вот этот вот фиолетовый шиммер. Это уже шиммер, это не формула Special Shade, но, насколько я понимаю, это очень красивый, яркий фиолетово-винный оттенок. Сделаем свотчи и удостоверимся. Единственное, что мне не нравится в этой палетке, и о чем я заранее знала, это вот этот вот черный шиммер. Все на него ругаются, то, что он паршивый, то, что он плешивит, то, что он не яркий, и то, что он вообще просто плохой по своей формуле. Давайте сделаем свотчи. Ну что ж, вот они свотчи этой палетки, здесь буквально парочки оттенков не хватает, но определенные выводы по одним лишь свотчам уже можно попробовать сделать. Во-первых, посмотрите на то, как это ярко и как красиво. На мой взгляд, это просто божественно. Я не знаю, как тенеманьяк может пережить что-то вот такое. На мой взгляд, сердце просто должно разрываться, когда ты смотришь на эти свотчи. Давайте начнем, пожалуй, со Special Shade. Мне очень понравился вот этот вот дуохром, который розово-персиковый. Он не совсем розово-персиковый, у него здесь есть еще сиреневые блесточки. Это, скорее, достаточно сложный дуохром. И, как мне кажется, он будет действительно очень красиво смотреться во многих материалах. Кроме того, формула у него очень маслянистая, он совершенно не сухой, не рассыпчатый, он очень и очень мне понравился. Второй оттенок Special Shade, вот этот вот светлый, это, честно говоря, какая-то катастрофа. Вот он очень похож на бронзовый оттенок из Midnight Sun, потому что он такой же по формуле сухой, он такой же рассыпчатый. Когда ты его трогаешь, такое ощущение, что ты трогаешь массу-массу таких вот крупных хлопьев. Когда ты набираешь на палец, они тоже начинают в рефиле немножечко разлетаться по самому этому рефилу, и когда ты наносишь, то ты тоже ощущаешь эти большие хлопья. Следующий оттенок, вот этот красивущий зелено-желтый, он сделан на темной базе. У него невероятно красивый оттенок. Темная база, кстати, видна, поэтому оттенок нужно наносить хорошо и не тоненько растирая, а очень-очень обильно. Иначе это будет скорее просто одна лишь темная база и некие зелено-желтые блесточки. Он уже чуть-чуть менее маслянистый, чем хотелось бы, то есть формула здесь все-таки сильно отличается от той же самой Subliminal. Но все же это хороший оттенок, который у меня по первым впечатлениям не вызвал никаких претензий. Следующий оттенок, вот такой вот сине-фиолетово-сиреневый дуохром. Он мне по формуле тоже скорее понравился, чем не понравился. Он был более сухой, чем хотелось бы. Это не маслянистый оттенок, он все же тоже разлетается немножечко вот этими осыпашечками, немножечко есть эти самые хлопушки, но я думаю, это не тот тип осыпаний, который будет сыпаться в глаза и который будет вызывать дискомфорт. И следующие оттенки, это уже не Special Shade, хочу отдельно выделить тот самый фуксино-фиолетово-розовый, о котором я говорила раньше. Посмотрите, какой он яркий, какой он красивый. На мой взгляд, просто какая-то бомба, а не оттенок. Несмотря на то, что это не Special Shade, это обычный шиммер, выглядит он как Special Shade. Он маслянистый, он мягкий, он не рассыпается, он не разлетается, он именно мягко-мягко набирается и хорошо отдается. Не было ни одной осыпашечки рядом с ним, не было никаких крошек, есть очень яркая вот эта розово-фиолетовая база и масса-масса именно розовеньких светленьких блесточек. Иными словами, эффект очень похож на Special Shade, и меня этот оттенок безумно порадовал. Все остальное оставило во мне скорее нейтральный след, скажем так. Вот этот вот черный шиммер, о котором мы уже говорили раньше, это действительно нечто сомнительное, потому что оттенок, он не сыпется в крошке, не рассыпается он на...
но при этом он достаточно сухой и достаточно плохо он переносится на руку. Как видите, здесь цвет получился не очень яркий, не очень насыщенный. Больше того, он не угольно-черный. Скорее всего, данный оттенок нужно наносить только на подложку. Ну и последние два свотча, это два матовых оттенка, черный я буквально только что донесла, до этого я не делала его свотч. На мой взгляд, это два очень важных оттенка для данной палетки, потому что без них просто никуда с такой гаммой. Гамма очень яркая и определенно требует мощного затемнения уголка и хорошего создания глубины макияжа. Поэтому очень меня порадовало то, что эти оттенки столь пигментированные, столь насыщенные. Это все палетки, что приехали ко мне с официального сайта, но вы тут же можете сказать то, что Юля, ты обещала нам 3 палетки, а показала только 2, и вы будете правы. Третью я сейчас вам покажу и расскажу ее историю. Это палетка тоже Pet Magret, и это палетка Celestial Divinity Interstellar Icon. Это палетка, состоящая не из special shades, это просто тени в обычной формуле, скажем так, не специальной, но при этом, на мой взгляд, эта палетка очень и очень заслуживает внимания, потому что она безумно красивая. Как она у меня появилась? Я ее не брала на официальном сайте, это палетка BU, и я не собиралась заказывать ничего с сайта Pet Magret в ближайшее время, но эту палетку мне очень хотелось. И так вышло то, что один из блогеров, на которых я подписана, выместила в сторис продажу нескольких своих палеток из коллекции, и эта палетка там была. У этой палетки была очень хорошая стоимость, именно потому что она была, при этом было всего несколько использований, и палетка практически в идеальном состоянии, поэтому я решила то, что мне нужно. Кроме того, у меня было очень большое опасение за данную палетку, скорее потому, что у меня был опыт использования четверки, как я уже говорила, это Ritualistic Rose, которую я ненавижу всей душой, и поэтому, честно говоря, у меня, в принципе, были большие сомнения насчет всех четверок. Палетка в стандартном черном оформлении, и внутри ждет вот такая красота. Боже мой, мне очень-очень нравится эта гамма, я просто была безумно влюблена в эту четверку. Как я уже сказала, здесь все оттенки, это не формула Special Shade, также вы можете посмотреть на состояние палетки, здесь я делала свотчи, и также та девушка, у которой изначально эта палетка была, тоже делала свотчи и несколько макияжей. Я бы сказала, что эта палетка практически в идеальном состоянии, поэтому я покупкой полностью довольна. Вот такие свотчи у этой палетки, на мой взгляд, очень-очень ярко, очень красиво. Посмотрите на то, как бликует этот синий. Мы смотрели с вами на синий Subliminal, мы смотрели на синий своего рода в сине-фиолетово-сиреневый дуохром Subversive, но там такого оттенка не было. Это более насыщенный, скажем так, какой-то синий-голубой, и он очень яркий, это не special shade, но посмотрите, насколько хорошо он блестит и как красиво он зеркалит. На мой взгляд, формула просто потрясающая. На самом деле, мне понравились тут все оттенки, все 4 пока что во мне вызвали один большой восторг. Красивейший вот этот вот светлый, такой персиково-кремовый, он в очень маслянистой, приятной формуле, на мой взгляд, он очень красивый. А коричневый шиммер здесь, в общем-то, тоже симпатичный, он не такой, как в Subversive, он не сухенький, это скорее просто хороший симпатичный шиммер, которому нельзя придраться, но и который не является чем-то прям-таки вау. И последний, вот этот вот сатин, это скорее даже не фиолетовый, это какой-то темно-бордовый оттенок, очень-очень интересного цвета, здесь есть скорее и примесь коричневого сатина, и вот это вот красное, немного темное бордо, очень-очень красивый оттенок, да, это скорее темно-темно-бордовый. На мой взгляд, сочетание цветов просто потрясающее, и пока что я просто в диком восторге. И пока я стираю свотч, скажу также еще несколько слов по поводу BU косметики. Как я уже сказала, я в целом люблю больше косметику новую, потому что ею до этого никто не пользовался. Я точно знаю,
как она хранилась, что с ней происходило, поэтому для меня скорее психологически больше, более комфортно покупать новые палетки, но также я ничего не вижу плохого в БУ, как видите, я и сама эту палетку приобрела в БУ, плюс некоторые свои палетки я наконец-то начала продавать, чтобы они не лежали у меня без дела, чтобы они были в ходу у кого-то, у новой хозяйки, которая их любит и которая будет их использовать, поэтому несколько палеток я уже продала, и в целом ничего не вижу плохого в БУ. Скорее, косметический рынок сейчас так сильно развивается, сейчас идет такой огромный поток товаров, такой огромный поток картона, пластика, это все совершенно не перерабатывается, это выбрасывается просто тоннами и жутко-жутко засоряет нашу экологию, все, что только можно придумать, все плохое просто связано с таким обилием товаров. При этом сейчас бренды не то чтобы сильно заботятся об экологии, они даже и не думают снижать этот самый темп производства, они не думают о том, что нужно, наверное, заниматься переработкой. Наоборот, все новые и новые бренды выбрасывают нам на наш косметический рынок все больше и больше товаров, чтобы мы больше и больше покупали. На мой взгляд, такое потребительское отношение — это, с одной стороны, то, что двигает эту индустрию вперед, но, с другой стороны, это не совсем здоровая тенденция, и это говорю я, бьюти-маньяк, я понимаю, что, наверное, для кого-то это звучит очень лицемерно, но, на мой взгляд, за БУ рынком на самом деле кроется очень и очень большое будущее, по крайней мере, если смотреть на более экологичную сторону вопроса. Ну и последнее, что я обещала вам открыть, это вот такая вот посылочка от бренда Ювиньон. Не знаю, это бренд или это просто название сайта, но блогер Елена864 выпустила свою косметику в коллаборации с данным брендом. У нее вышла помада в нюдовом оттенке и также пилинг. Вот так выглядит у нас миндальный пилинг, очень похож он скорее на какую-то сыворотку, если вы видели сыворотку от The Ordinary, я думаю, вам тоже показалось оформление очень и очень похожим. Мне на самом деле абсолютно не важно, какое здесь оформление, главное, чтобы оно работало. Это пилинг для лица с миндальной кислотой, который нужно нанести на кожу тонким слоем на 2-3 минуты, потом тщательно смыть. Использовать нужно примерно раз в неделю, и якобы будет происходить обновление нашей кожи, ее очищение. И также Елена, собственно, создательница этих продуктов, очень много говорила о том, что благодаря пилингам она излечила свою кожу от акне. У меня кожа проблемная, как вы знаете, так что я думаю, что я буду как раз-таки тем самым экспонатом, который может это протестировать и сказать, действительно ли данный пилинг работает в этом направлении, или же это просто своего рода маркетинговый ход. И дальше давайте посмотрим на помаду. Конечно же, помада, на мой взгляд, была самым интересным во всем этом выпуске. И помада называется Софи. Вот такое здесь оформление, на самом футляре нету никаких опознавательных знаков, что это Ювиньон или что это Елена864, вот такая просто обычная упаковка, ничем не примечательный футлярчик. Сама помада в нюдовом оттенке, вот такой вот розовый, скорее даже напоминающий Pillow Talk оттенок. На мой взгляд, очень-очень красивый оттенок, я бы не сказала, что это нюд-нюдович, и вообще нюд это такое понятие растяжимое, потому что на каждой девушке нюд это, ну, своего рода свой оттенок. А здесь же я бы сказала то, что помада в футляре кажется более темной, более именно Pillow Talk, а здесь же на свотче помада с чуть большим каким-то коралловым цветом, немножечко уходящим в рыжину. Я очень боюсь, что это будет именно цвет с рыжинкой, потому что на мне такие оттенки, честно говоря, плоховато раскрываются. Но в любом случае это дело нужно посмотреть, еще и потестировать. А была не была, давайте прямо сейчас и накрасимся. Хоть у меня и нету макияжа глаз, это будет смотреться максимально странно, но мы хотя бы примерно прикинем, как это смотрится на губах.
Ну вот как-то так смотрится помада на губах. Мне нравится оттенок, он в зеркале смотрится действительно нюдовым, он не смотрится розовым, не смотрится теплым или каким-то рыжим, коралловым. В зеркале он смотрится прекрасно и, скорее всего, подойдет к большинству макияжей. На камере он все же чуть-чуть рыжит, и на камере именно вытягивается как будто бы немножечко коралловая рыжинка из оттенка. Поэтому я немножечко переживаю, как это смотрится сейчас у вас на экране. Но в жизни, опять-таки, это скорее нюд. Действительно нюд, и мне нравится оттенок. Она как будто бы совсем немножечко блестит на свету. Формула кремовая, формула мягкая. Помада очень легко наносилась на губы, совершенно беспроблемно. Но, к сожалению, она подчеркнула рельеф губ в некоторых местах. У меня также была небольшая сухость, вот сухость не подчеркнута, а рельеф губ, вот эти вот небольшие складочки, какие-то морщиночки, они все же видны. Но это не недостаток этой помады, точно то же самое делает большинство других помад в подобной формуле. Пока что я бы сказала, что мне все нравится. Ну что ж, это было все, что я хотела вам показать. Я напоминаю вам то, что если что-то из этого видео вас заинтересовало, то вы, конечно же, можете написать мне в комментариях, чтобы я ускорила тестирование этого средства и выпустила специально для вас по вашему запросу отдельный обзор. Либо же, если вы не хотите отдельный обзор, то мы можем сделать сборную солянку из тонального средства, теней, помады и так далее, и тоже все это дело протестировать в отдельном видео. В общем, пишите вашу обратную связь, что вас заинтересовало, на что вы хотите обзор. Всем большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!